Во Владивостоке прокуратура проводит доследственную проверку по факту ДТП с обрушением надземного виадука 18 сентября 2023 года. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности». Следователи Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.